Приветствую! С вами Аполлинария. Сегодня покажу отдых в курортном селе Песчаное, который находится в часе езды от Севастополя в Бахчисарайском районе. Песчаное – курорт на юго-западе Крыма. Он идеально подходит для людей, которые устали от шумных пыльных городов. Здесь только море, песок, солнце и вы. А еще сочные закаты, потрясающее зрелище. Отсюда можно легко добраться до выдающихся достопримечательностей полуострова. До 1945 года Песчаное называлось Алма-Тамак. Недалеко проходило Альминское сражение, а теперь каждый год здесь делают его реконструкцию. В 1956 году у самого устья реки Альмы был построен районный межколхозный дом отдыха. С него-то и началась история курорта Песчаного. В Песчаном целебный равнинно-морской климат, насыщенный частичками морской соли. Жара переносится легко. Самым ярким местом Песчаного считается Превысоков. Это роскошный четырехзвездочный отель на первой береговой линии. Вечером все туристы стекаются именно сюда, так как ежедневно проходят разные события. Здравствуйте. Добро пожаловать. Как добрались? Хорошо, быстро достаточно. Дорога тут хорошая была. О, здесь вот в коридоре кулер. Заселяемся. Наш номер 24. Это гораздо эффектнее и лучше, чем я видела на сайте. Это прям уровень. Вот это уровень. Мы решили устроить себе небольшое романтическое путешествие. Искали место, и выбор пал на отель, который как раз проводит самые романтичные уикенды в Крыму, специализируется также на проведении девичников и организации свадебных торжеств. Ну, во-первых, номер огромный, он просто огромный. Это номер люкс. Вот, здесь огромная кровать. Уже не хочется вставать. Отель находится на первой береговой линии. И каждый номер тут, каждый видовой. Посмотрите на этот вид. Красота, красота, красота. Вот я смотрю, что у каждого номера есть терраса с плетеными креслами. Ну, естественно, кондиционер, большой телевизор, журнальный столик. Тут у нас чайник, чай, стул, кресло, вместительный шкаф, халаты, плечики для моих платьишек. Если проживаете здесь от 3 суток, от отеля комплимент. Ледяное шампанское и фруктовая нарезка. Ну что, немножечко, совсем немножечко. Давайте с вами для настроения чисто так. Давайте. Ой, дынька, дынька от меня укатывается. Ну что, давайте. За вас, за прекрасный отдых. А теперь идем в самую главную комнату. Я заглянула одним глазком, у меня перехватило дыхание. Та-дам! Просто невероятной красоты и простора ванная комната. Здесь ванна, белоснежная шторка для душа, достаточный комплект полотенец и, представляете, 2 раковины. Вот, 2 комплекта вот этой косметики. Потом, смотрите, есть фен. Еще тут выдвигается зеркальце, и можно вот утром прихорашиваться. Под роликом переходите, там будет ссылка на сайт отеля. Там подробно все их акции, предложения. И также, конечно, все активности, которые тут проходят, про все мероприятия тоже можно узнать на сайте.
Кстати, забыла сказать, что по промокоду PREV2022 действует скидка 20% на весь сентябрь. Спешите воспользоваться. Так, водичку нам поставили. Блокнотик, ручка. Фирменные прям положили. Телефон. И ночничок. Тут прям, знаете, рабочий кабинет целый оформлен. В общем, я в восторге, восторге, восторге от номера. Кормят гостей в ресторане, но я так поняла, что могут принести и в номер. И я видела, что официанты подходили к людям, приносили к бассейну даже покушать. Наверное, так можно. Смотрите, тут устриц выращивают. Крупняшечки такие. Вот так они живут. Что, на обед пришли мы. Принесли салат из свежих овощей с кунжутом. Такой легенький овощной. Смотрите, какое шикарное блюдо. Барабулька. Или это ставритка. Это кто? Барабулька. И пюрешечка. Какая подача. Соус. Ну что, как к ней подступиться? С какой стороны? Отрываем голову. Полить лимончиком. В общем, ресторан Превысоков – это роскошь, стиль и комфорт. Сегодня вечером будет шоу-программа. Здесь каждый вечер какое-то событие происходит, поэтому отели называются событийные. Готовят композицию. А еще здесь будет свадебная выездная церемония. Отель Превысоков 4 звезды. Что хочется сразу отметить, что территория вокруг отеля – это прям произведение искусства. Она супер ухоженная, зеленая, с английским газоном, с фонариками, пешеходными дорожками. Здесь настоящий английский газон, по нему можно ходить. Приятный такой массаж стоп. На этом газоне проводят гастроужины, чайные церемонии, пикники. Очень интересная и необычная локация. Такого в Крыму почти не встретишь. Ай, как классно, классно, классно! Это то, чего не хватало, знаете, выбраться на природу и походить босиком по земле. Песчаная у нас вообще степной район Крыма. И здесь нет буйной зелени, но на территории отеля вы об этом не узнаете и не догадаетесь даже. Вон поливают в течение дня. Высадили сосны, можжевельники. Еще... Ой! А, меня намочила поливалка. Клумбы с цветами. Ой, здесь просто какой-то оазис. Вот такая милая, прелестная территория. Так прям садовник тут поработал на славу. Вот. Здесь сейчас работает полив, и, кстати, не так жарко от этого. И вообще тут климат хороший в Песчаном, потому что море рядом, и нет такой изнуряющей жары, как, например, в южной части. Как-то вот здесь полегче переносится. Для гостей на территории есть большая парковка, можно спокойно на своем автомобиле. Прямо на территории теннисный корт. Он с искусственным газоном. Здесь волейбольная площадка в первой части. И дальше уже можно сыграть в теннис.
Если честно, отель мне вообще напоминает какой-то белоснежный дворец. Вот уж где не ожидаешь увидеть такой отель. Место отдаленное, там от южного берега, в отдалении от Бахчисарая и Севастополя. А тут вот вам, пожалуйста. А тут уже через дорожку море, море, море. Я думаю, откуда такие дивные ароматы? А это от мангала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы шашлыки готовите? Да. Это, по-моему, курица? Да. Пахнет просто изумительно. Детская площадка представляет собой вертолетик. О, я представляю, как тут дети любят рулить. Это что у нас? Ми-8? Деревянный эко-кораблик с горкой. Тут вот качель, еще качельки с канатиками. Возле отеля есть муниципальный пляж. И мы, в принципе, решили прогуляться по песчаному, посмотреть, какие еще здесь пляжи, потому что береговая линия достаточно длинная. Смотрите, здесь не только песок, хотя это и песчаное, есть и галечка. Вы видите небольшую муть, которую поднял шторм. Это песок. Вот по лесенке можно спуститься и попадаем вот на такой пляж. Лежаки, зонтики, теневой навесик, длинная береговая линия. То есть все свободно, заборов нет. Море, море, моречка! Как я обожаю море! Мне его так не хватает порой. Да, песочек его взбаламутил. Песчаное дно! Вода, кстати, приятная. Это реально всего лишь песочная взвесь. Волна! Ух, класс! Вообще, знаете, в поселке так тихо, спокойно вырваться из пыльного города. И вот так вот отдохнуть. И слушайте, песчаная для этого идеально подходит. А сейчас пройдемся на пляж отеля. Покажу вам, что там есть. А, кстати, я такая танцую, там музыка такая зажигательная. Сегодня здесь будут играть свадьбу. Я вам покажу. Это очень красиво. Представляете, такая выездная церемония. Кстати, вот для чего такой дорогой английский газон здесь. Чтобы делать самые шикарные свадьбы. Вот как в самых таких фильмах. Ух, ставятся шатры, стульчики, все гости сидят. Стульчики украшены белыми бантиками. Дорогой, давай переиграем свадьбу. Мне захотелось. Ну, давай. Спуск на пляж по деревянной лестнице. Дорожки тут удобненькие. Выложили, чтобы не идти по гравию. Пляж муниципальный. Здесь есть урны. Чисто. Вот отель Превысоков выстелил ковролин. Прекрасный отдых высокого качества. Превысоков. О, да, это про него, подтверждаю. Вот есть теневой навес и шезлонги. А что еще нужно? Все остальное есть на территории отеля. А, я тоже хочу такие фото. О-о-о. Фонтане. Thank you.
солю. Идем в бассейн. Быстрее, быстрее. Собачка радуется. На английском дорогом газоне. Тебе повезло, собака. В отеле есть два бассейна. Один крытый и один открытый. Оба подогреваемые. Иду еще показать вам крытый бассейн. Вот открытый получается. А крытый сюда. О! Никого, естественно, потому что на улице просто прекрасная погода. Вот такой вид из окон, когда вы окунаетесь в бассейн подогреваемый. Сейчас такая тут комфортная температура. Потом его будут подогревать. И можно брать дневное посещение, наслаждаться отдыхом и релаксом. Как трогательно. Папа выводит невесту. Это просто какое-то чудо. Слушайте, это чудо и счастье, конечно, встретить свадьбу. Это на удачу, вы же знаете. Ведущий рассказал, что жених не из Крыма, а девушка крымчанка. И он написал ей в одной соцсети, она не обратила внимания. Потом он собрался ехать в Крым, написал ей, где лучше отдохнуть, так ненавязчиво, куда съездить. И, в общем, все-таки впоследствии завязался у них разговор. И вот во что это вылилось. Чудесную, прекрасную свадьбу, просто сказочную. Андрей и Диана. Продолжение церемонии я хочу. Какая красивая свадьба. Случайно вы оказались. Крым через год соединяет судьбы. Женская. Татьяна, можно мы тут немножко холл поснимаем? Уж красивый. Не только номера. Красивые здесь территория, внутреннее убранство, все. Вот детали решают все. Посмотрите, тут лавандочка, там такие светильнички. Романтичные, везде такая атмосфера релакса поддерживается. Ставьте на паузу, почитайте об тарифе отдыха, все включено. Вот 19 августа будет проходить гастроужин. Ежедневно работает фонтан, 3 раза его просто включают, а вечером уже цветомузыкальное шоу. Кстати, здесь есть еще дневное посещение. Не обязательно проживать в отеле, чтобы прийти воспользоваться спа-комплексом или бассейном. Также устраиваются спа-девичники. Это я люблю такое с подружками. Ну и детям тут скучать не дадут. Все-таки отель для семейного отдыха очень хорошо подходит. И вот тут подробное расписание прям по дням, какие активности для деток, чем. Тут вот вижу книги, есть шахматы. В общем, вот такой просторный белоснежный холл. Ну и что вы думаете? Это все? Это еще не все. Есть услуга «Романтический ужин в Превысоков». Столик в отдельном зале,
Вот, есть VIP и есть комфорт. Мужчины, обязательно подарите такой ужин своим любимым. Им будет очень приятно, особенно если ломаете голову и не знаете, что подарить. Какой красивый отель в закатном свете. Все поменялось, освещение. Смотрите, свадьба перенеслась на террасу. И там у них банкет. Слышим голос тамады. Кстати, в ресторане у них есть шатер, две террасы. Вот раз, вот два и три банкетных зала. Так что можно отмечать здесь любые события. Очень хотелось чего-то особенного, особенного романтика. И знаете, получилось. Здесь какое-то место не похожее ни на что другое. Наш романтический ужин накрыли в полуротонде. Будем любоваться закатом. Все включено, пить вкусное вино. Просто я в предвкушении. В отеле Превысоков атмосфера такая, не похожа ни на что другое, что я видела в Крыму пока. Я, конечно, не везде была, но честно, я впечатлена. Вечером песчаное становится не узнать. Все туристы стекаются к отелю Превысоков, потому что здесь каждый день проходят события, а в 21 час включается цветомузыкальный фонтан. Закат из Западного Крыма – это что-то бесподобное, это потрясающее зрелище. Романтик, который тут помогли организовать в отеле, это просто восхитительно, это подача шикарная. И, конечно, крымское шампанское. Так красиво украсили, все так миленько, и цветочками, и клубничка здесь. И вот еще какой-то цветочек. У меня аж прям эмоции переполняют меня. Букетик стоит. То есть как здорово, что не в ресторане, а можно вот на улице организовать это все. Какая красотища, стейк какой шикарный. Увесистый, как же его съесть? Сейчас попробуем. Режется как по маслу. Очень вкусный стейк с дымком. Прям вкуснятина на гриле. И, конечно, десерт. Я выбрала малиновый штрудель. Но еще мы взяли шоколадный фондан. Не знаешь, куда бежать. Там танцы. И люди просто бегут вот по газонам, чтобы посмотреть на цветомузыкальный фонтан. Каждый вечер это шоу.
Всем желаю побольше выходных таких с вашими дорогими людьми. Вообще, завтрак для меня самый важный прием пищи. День пропал, если я не поем, не выпью чашечку ароматного кофе. Что я вам хочу сказать? Отель просто идеален для выходных вдвоем. Так что порадуйте свою вторую половинку. При Высокове нет стандартного спортзала, но есть кое-что поинтереснее. Давайте партиечку. Кто со мной? А! Что ты делаешь? Рекламка. Спа-девичник – это полный релакс, веселье и приятные процедуры. Все для того, чтобы отдохнуть душой и телом. В программу входит вот бесконтактное парение в спа, оздоровительный массаж, мини-фуршет и прекрасное настроение. Вот каждое воскресенье можно на 4 часа, 2000 рублей всего. И спа-услуги отеля Превысоков. Вот оздоровительный массаж. Знаменитый массажист этого отеля. Надо будет снять верх, мы же будем делать массаж. Можно лечь? Я снимаю верх, мы же будем делать массаж, так что пока идите. Ложитесь. Как горячо сразу. Уникальная баня Маслова, да? Да. Это печь, которая поддерживает микроклимат парной на заданной температуре влажность. Создавать нужно микроклимат, который помогает нам оздоравливаться и получать удовольствие от бани. Парение здесь мягкое, постепенный прогрев. От бесконтактного прогрева до парения вениками с припарочками. Программа у нас от 15 минут до 3 часов. Мы можем проводить индивидуально, семейное парение. Можно баньку на двоих заказать, можно прям с семьей прийти. Можно сделать коллективное парение на день рождения, девичники, когда целая тематическая программа. Оздоровление входит за собой, плюс программа развлекательная с мастер-классом. Это очень глубокая практика расслабления. Просто не хочется уходить уже отсюда. Вы волшебница, Диана. Я боюсь это делать. Гордость отеля, соляная пещера, сказка. Здесь 24 градуса. Люди тут приезжают, чтобы оздоровиться. Где-то 45 минут или час длится сеанс. Лежишь, вдыхаешь солевые ионы и напитываешься здоровьем.
Мне сказали, что кто страдает аллергией, приезжают, прям покупают курсовочку, 10 процедур, чтобы подлечиться. Ну, давайте в хамам. Обожаю хамамы. Конечно же, запотевает сразу камера. Просто покажу вам снаружи. Выложено мозаикой. Я ни разу не была в душе впечатлений. Что это такое, говорю? Что за душ впечатлений? Давайте выберем Карибский шторм. Правда, шторм. Мелкие капельки. Подсветка, разные режимы и даже запахи. Реально впечатление море. Вот такое необычное, интересное место. В Крыму я для вас показала. Напишите, как вам понравилось, что вы думаете об этом месте. Спасибо большое также за ваши донаты, за поддержку канала, за комментарии, за лайки. А за донаты Виктору Москвину спасибо и Василию Хавову. А с вами была Аполлинария. Подписывайтесь на мой канал и будем удивляться Крыму вместе. Пока!